Доброе. Поздняковы уверены, активный образ жизни – залог счастливой семьи. Сегодня они поддержали акцию Общероссийского народного фронта «Герб моей семьи», приуроченную ко Дню семьи, любви и верности. Руки в краске, ведь именно ладони – основной инструмент для рисования. Каждой ладошке есть место на холсте. Оставив свой отпечаток на бумаге, семья получила свой собственный уникальный герб. Семья – это самое важное, без чего, наверное, невозможно жизнь. Семья – это опора для всего. Поэтому мы стараемся быть активными. Воплотить в жизнь идею акции помогли волонтеры Одинцовского молодежного центра и «Один Вол». Купили краску и холсты, нашли участников и помогли с созданием герба. Рисуют краской, гуашью. Мы им ладошки намазываем краской. И в результате на холсте отпечаток получается. У Поздняковых трое детей разного возраста. Спустя много лет супруги все так же сильно любят друг друга. Свой секрет семейного счастья раскрывают легко. Самое главное в семье – это любить друг друга от сердца искренне. Екатерина Тулупова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».